Представьте себе такую ситуацию. Вы встаете рано утром, чтобы не разбудить родителей, подходите тихо к телеку и пульту, включаете телек с помощью пульта от того же, ну и там идет Никелодеон. А там шли тогда Губка Бобы всякие там, ну, ох уж эти детки, настоящие монстры и реальные бобы. Ну а сейчас только одни лишь Губки Бобы, да, шумные дома. А раньше показывалось все лучше. Но есть детская сторона Никелодеон. Да. Вы не ослышались. Есть детская сторона и дошкольная, которая называется Ник Джуниор. Что такое Ник Джуниор, вы, наверное, уже об нем слышали. Это как Никелодеон, только для тупых малолетних детей. Спиногрызов, да? Ну и я хотел бы вам рассказать об этом шедевре. Ну и же не шедевре, ведь это говно какое-то. Ну и с годноты у меня там всякие разные мультфильмы. Ну и ТВ-шоу, всякие детские шоу. Итак, с вами это Блэббит, ну и же Артём Вахреев, ваш уважаемый, и сегодня мы будем разбираться, что это за трэш, что это за кринж, и что это вообще за Ник Джуниор. Итак, добро пожаловать в детскую сторону Никелодеон. История берет начало в начале 90-х, когда Никелодеон решает создать это на свет, все это добро, Ник Джуниор, и как блог. Да, раньше оно было как блог, а сейчас как телеканал отдельный. Ну да, и как блог в целом. Ну и так, там самая, та самая легендарная рожица там была, вы это помните, наверное. Итак, еще начали появляться всякие детские шоу, например, как, ну, Королевство. Королевство, Еврики, там, Даша Путешественница, Буйкин Подсказки, Буйкин Комната, например. Ну, и, например, Окно Аерки. А затем в 2008 появился такой телеканал, как... Погодите, нет. Где-то в 2005 появился такой телеканал, как... Ноги. И, кстати, в России наш телеканал Ник Джуниор добавился еще только в начале нулевых. 2000-х. Да. И теперь, когда 2008 пришел на свет, у нас же появился Ник Джуниор вместо Ноги. И да, как отдельный телеканал, кстати. В 2010-2012 выпускался мультфильм про... этих, вот этих вот лосей, да, птичек. Ну, вот, наверное, вы их имена знаете. Moose and Zee. Да, я англичанец. Итак, в 2012-м Никелодеон договаривался с какой-то корейской студией под названием Funny Fox Entertainment. Если вы хотите, чтобы я снял видео об этой студии, то пишите мне в комментариях. Итак, короче, эти Funny Fox Entertainment решили сделать дошкольную программу под названием... Ой, чтобы вы понимали, тикити так, жестко. Итак, короче, там были вот такие персонажи. Какой-то там мистер Коллинз, какой-то Пригурука, какой-то там Томми Талонов, я их идиотами буду называть, потому что мне так разрешено вообще. Томми и Талу, да. Я их называть идиотами буду все-таки, ведь мне это разрешено. Эти идиоты, короче, путешествуют целых два сезона. Они путешествуют по всяким мирам. Да, они просто путешествуют и в том же городке. А их поездом является, блин, собака. Разве в Корее не едят собака? Просто подскажите, почему? Почему собаку в Корее сделали? Даже поезд, а? Тогда это были еще 2012-е года. Потом еще появились Little Chambers, там, The Bad Religions еще до этого появились. Еще появились Wonder Pets, там всякие. И еще появились, еще появились Гуппи и его пузырики. Еще Franklin and Friends. Это просто годнота всего этого шедевра, ведь мне нравилось, как Franklin там показывает смешную эмоцию. То есть сначала он умный, а затем вот так. Наверное, вы видели такого, такой вот. Да. Итак, затем еще потом это... В 2014 там появляется мой легендарный мультфильм. Это «Вспыши чудо-машинки». Еще, кстати, появлялись эти лентяева, которые... Это тоже легенда. И это лучшее из лучших, что я видел на телеканале «Карусель». Да. Мультфильм от Ник Джуниор и Никелодеон в целом показывались на телеканале «Карусель». Губка Боб вообще показывался в 2020-х, наверное. И еще в 2018-х, наверное.
Да, наверное, именно по такой дате показываюсь. В 2018-м пришла пора ухода четырем мультикам. Так это Тики-Титак, спасибо, боже мой. И еще Little Shanners. И еще там The Bad Origins. И там Wonder Pets. Ну, вы, наверное, знаете их. The Bad Origins, это которые Into the Big Bed. And The Castaways, We Are Castaways. Да, такие легендарные песни мемные. Конечно, куда же без них. Еще Нинтяева, потом еще было популярнее, потому что из-за мема мы номер один и The Mine Song. То есть моя песня и же песня мой. Мой руки, да? Зацените прикол. Мой руки. Так, это, господи, какая же идеальная шутка. Ну ладно, не об этом сейчас. Итак, в итоге Ник Джуниор начал скатываться, потому что и этим Ник Джуниор надо было место для новых шоу. Такие как большое шоу «Акуленка», которое, кстати, показывали на канале «Карусей» том же. Ну да. Кстати, показывали на «Карусей», да. Интересный факт, да? Очень-очень интересный для тех фанатов «Карусей». Ну и вообще «Акуленка» в целом и «Пинг Фонг». Да, кстати, Акуёнок был создан этим пинг-фонгом, который тоже в Корее находится. Да. А потом еще в августе 31-го 2018-го, а потом еще несколько мультфильмов пропал. И вообще начали показывать Свинку Пеппу, и вообще Щенячьего Патруля, и вообще в целом Бак-Папу. И еще большое шоу Акуёнка и какого-то шефа нафиг. Грязного шефа, ёшкин кот. Ну и, короче, мы можем подтвердить, что Ник Джуниор это реально какой-то шкал для малолеток. И, кстати, мультик, которого вы видите на экранах, вот этих вот трех персонажей, это тоже показывалось на телеканале «Карусель», наверное. Ну да. Помогите мне вспомнить название на русском, пожалуйста. Ну и так, короче, Ник Джуниор скатилась. Да, можно так подтвердить, но это мое мнение, у вас может быть другое. Ну и так, всем спасибо за просмотр. Если вы хотите вторую часть, ну, я могу снять обзор этих двух мультиков. Некоторых мультфильмов обзор на них. И всем спасибо за просмотр. Короче, с вами был, опять же, Little Babbit. Всем удачи и всем пока!